Так, небольшое видео про бук ноутбука 14 дюймов. Так, крышечка такая, я его не протирал. Вот визуально так смотрится он. Вот такие вот потертости, в принципе, не влияющие на работу. Вот такой вот металлический идет уже кант у него. Красивая внутряночка с матовым 14-дюймовым экраном. 430-я модель ProBook. На борту 8 оперативы. Вот такой металл здесь классный. Мой третий процессор. Клавиатурка полностью. Так, ну что, пуск сделаем, да, ему. Металлическая очень, очень приятная на ощупь, мягкая. Особенно крутой тачпад здесь. Вообще приятный, приятный. Я реально такого удобного еще не встречал. Так, включение пошло. SSD на базе у нас, поэтому должен включаться очень быстро. Раз, здравствуйте. Привет. Так, вот мы и включились. Год выпуска посмотрю, немножко позже вам скажу. Так, по экрану все ровненько. Все ровненько, все ровненько. Темненький фон запустил, посмотреть. Ну, все красиво визуально. Так, свойства. Так, немножко непривычно еще раз. Ну, свойства. Третий, четвертого поколения. Так, и 8 гигабайт оперативной памяти. Ну, визуально гораздо приятнее картинка, чем на телефоне. Хотя на телефон тоже нормально видео передает. Очень ровненькие тона, цвета, теплый приятный цвет, плюс матовый экран.